Всем доброго утра. День начинается чудесно. Погода отличная. Наши индички на воле, ходят на выгуле. Синеголовки. Вот. Ну и мы собираемся. Наше инкубационное яйцо увести заказчику. Вот столько мы собрали от кур арауканов и тех курочек, которые с ними соседствуют. Это у нас от старого поголовья получилось только 30. И вот эти два яйца тоже от старого поголовья. И вот эти вот яйца мы собрали от галашеечек. Это инкубационное яйцо, собрано за 7 дней. Вот. Хорошего вам оплода и чудесного вывода. Он только свои. Ну вот мы прибыли на место. Кто заказывал яички? Дядя Миша, привет! Вот, вот вам для хорошего вылупа чудесных цыпляток, крупных курочек. Поделитесь, пожалуйста, куда вы деваете курочек, петушков лишних? Лишних петушков мы на тушенку пускаем. Вы сделаете в домашних условиях тушенку? Да, у нас автоклав, все есть, как полагается. Все стерильно, все вкусно. Сейчас много видов это, автоклавов, а у вас какой? Домашний стандарт называется. А, ну понятно, это значит тушенка 3 года у вас может храниться. Да. Понятно, а тушенку вы продаете? Мы ее съедаем. И продаем, конечно, и съедаем. Чудесно. Так что... Вот такое. Ну, на днях мы к вам прибудем и посмотрим ваше хозяйство. Хорошо. Я знаю, что у вас есть кролики. Кроликов нет. Пока нету. Ага, понятно. Ну, думаете, да? Ну, дальнейшем посмотрим. Ну, тогда свистните да. нам. Мы приедем и посмотрим. Ну, с вас отчет тогда об инкубации. Обязательно. Все. Делаем отчет, посмотрим, сколько вылупятся, посчитаем, в каком состоянии будут. Будут хорошие, значит, еще будем сажать, это, класть. Все понятно. Так что еще одну партию. Ну, потом уже ну, да. скажете. Так, это сбор был 7-дневный, свежие яички, так что можете ну, это... Сегодня положу. А каким инкубатором вы пользуетесь? Несушка. Несушка? 104 яйца. Все понятно. Ясно. Мы тоже пользуемся таким. Нормально выводит. Чудесно. Отлично. Я его еще не модифицировал, поэтому еще лучше. Так, с вас видео по модификации. Хорошо. Все. Ну, чудесного вам вылупа, хорошего оплода. Спасибо. Пусть и у вас ведется, и у нас ведется, размножается. Ну, все размножается. Дай Бог, чтобы было все хорошо. Купаются. Залез в таз с водой. А в тазу еще лед. Или уже растаял? Нет, растаял уже. Степка, проверяешь, да? Температуру ванны? Да? Сейчас я вам налью туда водички чистенькой, свежей. Сейчас, мои зайчики. Вот и умничка. Нормальная температура? Девчонкам можно? Не простынут? А? Нормально? Ну, цыплят вывели, вынесли на улицу погулять.
теплый денек. И с ними вместе гусятки. Последние, которые вылупились с 22 на 23 февраля. Вместе. Да Степа пришел. Степа, твои детки. Твои, да. Да, да. Немножко погуляет и унесем их в тепло опять. Вот одна вот эта курочка серенькая повредила себе ножку. Неудобно видно. Прыгала, седала. И сломала или что? Ну ладно, теперь уже ничего не сделаешь. Белая голышечка красавица. Что моя бусинка пришла? А, бусинка что пришла? Посмотреть? На деток своих посмотреть. Ты моя зая. Вот они, красавцы, пришли сюда. Распушились. Петух Голошейка собирает своих девочек голошейных. Сегодня всех повыпускала. Инкубационное яйцо увезли. Теперь пускай все вместе погуляют. Даже если другой петушок похулиганит с голошейками, или же голошейка похулиганит с другими курочками, ничего страшного. Потом снова их рассадим по своим местам. Подкоп хочет сделать. Интересно, как вы думаете, если сейчас в этом возрасте гусят отдать гусыньке, будет она их водить? Степа спокойно реагирует на них. Сегодня тепло, пусть погуляют. Потом в тепло пойдут опять. Степа, твои? Степ, твои малыши? А это первые гусята, которые вылупились. Вот тот дальний стоит, самый первый вылупился 8 числа. И 9 числа вот этот вот Степаныч вылупился. Вот. И 10 числа вот эти 4 вылупились. Они как-то поменьше почему-то. А ну вот эти 2 первых гусика прямо чудесные такие. Крупненькие, скоро уже и месяц. У них уже перышки пробиваются. Да, мой зайчик? Да, мой зайчик. И красавчики вот такие вот. Вот. Они сидят здесь отдельно, тоже на свежем воздухе. Нигде сквозняков нету. Здесь у них поилочка стоит.
пытаются с Паюкина намыться, накупаться. Хорошо им здесь. Сверху никто, все закрыто, никто к ним не попадет. Тут индюки у нас излюбленное место посидеть. Ну, они не провалятся здесь. Хорошо сделали все. Вот. В прошлом году у нас здесь индюшата росли. Хорошее такое солнечное место. Ни коты, ни кошки сюда не попадут к ним. Да, мои зайчики? Вот это вот точно Гагашин сынок. Сынок или девочка. Он прям похож на нее. И мои зайчики. И мои Степанычи. Да? Мои Степанычи. Голошеечка села там яичко снести. Вторая, она подмогу пришла. Сидите, сидите. Давайте. Здесь пока никого нету. Курочка-голошейка несется. Вот. А эта черная хотела тоже подойти в гнездо сесть. Ну, вот этот петушок-голошеечка не дал. Нет, он будет своих девочек охранять. Да, мой золотой. Да, мое золото красивое. Умничка.